что собаки в Южной Корее все больше просто мохнатые друзья человека, нежели вкусное и полезное блюдо. Да-да, корейцы все больше предпочитают их холить и лелеять, чем уплетать за обе щеки. Живое доказательство тому – сеульская улица Чунморо, прославившаяся своими многочисленными зоомагазинами, у витрин которых можно зависнуть надолго, наблюдая за питомцами, которые там представлены. Эти витрины – это десятки метров сплошного мимими. Известная среди корейцев как Папи Маркет, щенячий рынок, это место появилось еще в конце 70-х и с тех пор притягивает не только туристов, но и самих сеульцев. Лучшее время для посещения Чунморо Пэт Стрит – днем в выходные, когда работает большинство магазинов. Любители домашних животных будут просто очарованы этим местом, да и не только они. Мимиметр там просто зашкаливает. Да что тут много говорить, смотрите лучше сами. Thank you.